Еще небольшое включение, дополнение к тому ролику. Вот я вставил трубу одну в другую. Белая большего диаметра, она идет из колодца, 50 метров длиной. Вот этот шланг, сейчас я открываю воду и буду промывать скважину, качать в колодец воду из скважины. Сейчас вода уходит в колодец по трубе. То есть я из скважины воду перекачиваю в колодец, чтобы промывать скважину. Спасибо за просмотр. Это дополнение было к предыдущему видео. Всем пока. Увидимся.